Эй, ты куда, на рынок? Нет, я... Родители попросили вернуться, и я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной. Прости, Эдвард, но отец прав. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж! Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Кит. Вставай, Кенуэй. Тедж здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью. Найдешь что, дай знать. Эдвард, сюда! Я кое-что нашел. Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в суть вещей, пока не увидишь странное мерцание. Мерцание? Ты понимаешь? Думаю, да. Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина, таится особое чутье. У меня всю жизнь такое было. Но я-то думал, это как-то связано со снами. Вот. Одним его не найти. У других уходят долгие годы на поиск. Но есть и те, кому оно дано от рождения. Сейчас ты чувствуешь свет жизни. Того, что было, и того, что есть. Материя самой жизни. Любой человек может обострить свои чувства до предела. Если захочет.
тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Я нашел тут еще кое-что. Уверен, ты разберешься намного быстрее. От этого так и веет тайной. Здорово, да? Подожди, увидишь, что тебя ждет в конце. Мы на месте. Как тебе? Похоже, у господина Дюкаса много тайн. Взгляни-ка. Какая-то массивная лестница. Как думаешь, что там наверху? Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу. Мерзкий способ умереть. Но какой инструмент? А попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось 4. Так. Может, они у тех 4 тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торресу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Если в твоей груди бьется сердце, а не камень. Я мог бы. Если так, я найду ключи. Плохая отговорка лучше, чем ничего.
Отчаливаешь? Эта бухта создана для тебя, Эдвард. А костюм нет. Эй, да брось. Мы пираты, Кит. Берем, что хотим, делаем, что хотим. Мы свободны. Но костюм не твой. Ты совсем не такой. Тогда какой? Не всегда разберешь. Знаю одно, ты ищешь опасный приз. Обсерваторию? Ты знаешь про нее больше, чем говорил в Нассау. Заметил, значит? Жди меня у Юкатана. 20 градусов, 3 минуты северной широты. Через пару недель смогу тебя порадовать. Капитан, мы тут нашли морские карты и регистры. Они были в деревне. Мы отнесли все в каюту капитана на галке. Нужные вещи. Морские карты и регистры? Пригодятся, если решимся создать свой флот. Я тоже так подумал. Взгляни на них и скажи, что думаешь. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валлийцем, Адель? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулун. Лунный